Ивановский стерх по кличке Ирмис прибыл в Окский заповедник и успешно там осваивается вместе с другими журавлями. Как говорят зоологи, птенец хорошо перенес транспортировку и успешно адаптировался к новым условиям. 8 молодых птиц будут вместе около года, затем их отпустят на волю. Сотрудники питомника создали для пернатых изолированные условия, чтобы будущие выпускники оставались дикими и не привыкали к человеку. Напомним, молодой самец вырос в семье стерхов Васюган и Пара. Интересно, что 6 лет назад Пара принимал участие в президентском проекте «Полет надежды». Теперь Ирмис продолжит дело, начатое родителям.